Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили широкой публике почти 2 года назад, летом 2019-го. И вот, наконец-таки, честный рамный японский внедорожник добрался и до России. Какие же сюрпризы он нам приготовил? Поспешим успокоить поклонников модели. Японцы не стали вносить никаких технических изменений. В ходе рестайлинга Mitsubishi Pajero Sport сохранил рамную конструкцию кузова, дизельный и бензиновый двигатели, автоматическую и механическую коробки передач. Он все еще входит в число тех немногих автомобилей, что представляют сегмент классических внедорожников. Самое главное то, что у нас осталась система Super Select, которая клиентам предоставляет огромные варианты для выбора управлением автомобилем. В режим 2WD, 4WD, понижайка, блокировка центрального дифференциала, заднего дифференциала. И если по части железа никаких изменений не произошло, то внешне Pajero Sport преобразился. Дизайнеры воспользовались идеями, опробованными на пикапе L200. Посвежевшая оптика, обновленная радиаторная решетка, перелицованные бамперы, иные колесные диски. В салоне улучшенные материалы отделки, электронная панель приборов, новый 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Большинство наших клиентов эксплуатируют машину в городских условиях. И с комфортом вот как раз-таки здесь можно и нужно было поработать. И в этом направлении мы добавили как раз-таки очень много важных, полезных, комфортных опций. Это электропривод багажника, есть возможность управлять автомобилем через приложение. Из прочих опций, которыми отныне может похвастать Pajero Sport, обогрев зоны покоя, щеток стеклоочистителя, USB-разъем для пассажиров второго ряда, система предупреждения о наезде на препятствие при движении задним ходом, а также адаптивное освещение поворотов. Что же до цен, то стартовый прайс Pajero Sport потяжелел на 200 тысяч рублей. Автомобиль в базовой комплектации обойдется покупателю как минимум в 2 миллиона 879 тысяч рублей, а в топовой – от 3 миллионов 699 тысяч рублей. Как и прежде, модель выпускается в России на мощностях калужского завода PSAMA Rus. Оставить заявку на обновленный Mitsubishi Pajero Sport можно уже сегодня, ведь российские дилеры марки приступили к приему заказов на новинку 3 марта. Первые же живые автомобили появятся в шоурумах чуть позже, а именно в мае.